Жаркая погода, которая установилась сейчас на востоке Бразилии, сыграла злую шутку жителям города Говернадор Валадарес. Мужчина просто скинул с себя всю одежду и отправился по своим делам в одних ботинках. Правда, не все приняли такой поступок. Полицейские пытались остановить разгоряченного горожанина. Он оказался хоть и голым, но весьма крепким орешком и дал офицерам бой. Единственным ударом уложил на асфальт одного из правоохранителей, после чего навязал серьезную борьбу остальным. Честное превосходство сотрудников полиции в конце концов сказалось на исходе битвы, и мужчина был повержен. После чего его доставили в участок и арестовали.